местное сообщество должно сплотиться и вздрогнуть, что называется. И правильно вам сказал один краевед, Богородицкий, что к нам приезжают эксперты со стороны, отовсюду, но все это падает в неудобренную почву. Нужно сначала всколыхнуть вместе с главой и объединить это сообщество, объяснить, и тогда будет продукт. Продуктов Богородицкий, я вам скажу, это дворец, который-то имеется, и вот эта перспектива русского парка, это, наверное, только 50%, что там есть. Уникальнейший город с уникальнейшим потенциалом, который мог бы стать просто настоящей звездой малых городов Тульской области, потому что на самом деле этот продукт очень широкий, и он не упирается в нечто одно. И очень важно, когда будет работать глава с этой структурой и сообществом, очень важно привлечь малый бизнес, малосемейный бизнес в этом городе, чтобы выстроить вот эти все точки роста, которые были бы в этом городе. Улица за улицей, там есть 5 улиц, это город 5 улиц. Выстроили одну улицу, дальше еще 4. Всего 5 улиц в городе, которые стали бы уникальными. Алексей Геннадьевич, вот по Богородицкой, я там тоже была. Я вообще что рекомендовала бы? Целенаправленно продавать это в Питере. Проверено на мне. Проверено на мне. Петербуржина тут, наверное, единственная. Я приехала туда, не сейчас. Якнула. Чувство родства с городом, с Петербургом, такое невозможно от него отделаться. Татьяна, помнит порядок. Это вещи, это надо целенаправленно, питерский рынок огромный. Питерцы плохо ездят по стране, им надо что-то только такое дать. Традиция. Как Петр поставил лицо в город, к Европе спиной красить, так и стоим. Развалить. Это будет работать.